долгим нажатием на кнопку, мы заводим автомобиль. И вы не боитесь управлять через мобильный своим автомобилем? Нет, не боюсь, это очень удобно. А не боится Елизавета, потому что на самом деле используют российскую новейшую антивандальную автомобильную систему. Говорят, ни один программист еще не смог ее взломать. Центр мониторинга работы российской сигнализации круглосуточный. Эта компания – участник бесконечной гонки между производителем противоугонных устройств и автоугонщиками. Отличная репутация. В 91-м у директора вскрыли и разобрали новую машину. С тех пор он взялся за выпуск своих охранных систем. Вот ребята сейчас изучают протокол обмена между основным процессором на плате и между трансивером Bluetooth Smart. Делают сигнализации только с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит. Когда вы закрываете машину, система формирует уникальный код блокировки. Код можно передать автомобилю по Bluetooth через смартфон. Программисты как раз сейчас настраивают инновационную технологию в новом иммобилайзере. Предназначен для того, чтобы блокировать двигатель. Инновация заключается в том, что этот иммобилайзер подключается не в разрыв какой-то цепи, которую гонщик может легко найти, а к шине автомобиля. В автомобиле много электронных блоков. Блок управления двигателями, блок авторизации. И все они связаны всего лишь двумя проводами, витой парой. И можно подключиться в любом месте. И у гонщика будет очень сложно найти, где расположено это устройство, для того, чтобы его деактивировать. Блокировка двигателя – прогрессивный метод защиты, но и его приходится обновлять. Мы подключаемся к этой шине и, отправляя специальные данные, специальные команды, можем выключать те или иные узлы автомобиля. Для сигнализации с мобильным приложением и автозапуском качество электроники принципиально. Комплектующие здесь импортные, производства в Петербурге современные. Что еще вы делаете, чтобы обеспечить вот такое безупречное качество ваших систем? А у нас 100% прослеживаемость всех этапов производства и максимальная автоматизация. Электронные элементы на плату устанавливает робот. Точность движений 20 микрон. Миссия компании – обеспечение жителям России и мира высокого уровня безопасности на основе прогрессивных технологий мирового сообщества. Финальная сборка ручная, но программное обеспечение ставят с помощью специальных программаторов. Под каждую систему свой кабель получается быстро. Если человек берет устройство в руку, вполне вероятно, что искра от заряженного человека может проскочить через щель и попасть на плату. Это кольцо защищает как раз от этого эффекта. Убьете молнией платы, замораживаете, да. Нагреваете. А взломать, как профессиональные граберы, автоугонщики, вы пытаетесь свою систему? Более того, мы отдаем все наши алгоритмы на внешний аудит. С помощью телеметрики по спутнику можно удаленно контролировать уровень топлива и изучать историю собственного вождения. Можно даже початиться со своей машиной, поставив ее на российскую охранную систему. Еще в 2010 году мы объявили о том, что инженеры, которые смогут взломать нашу систему, получат 5 миллионов рублей. Пока обращения не было, да.